Я вас приветствую, дорогие зрители. Такая вот дизайнерская интересная квартиру я вам предоставлю сейчас. Вы увидите ее. Ой, самый-самый центр Алании. Около улицы Ататюрка. До пляжа Клеопатра 4 минут ходьбы. До самого вот этого центра памятника Ататюрка тоже где-то 4 минут ходьбы. Все в шаговой доступности. Смотрите, это первый санузел, большая душевая кабинка. Смотрите, какая красота. Смотрите, красный цвет, это портовый, то есть портовый цвет. Даже дерево посадили в квартире. Спальня первая. Мебель, техника, все новое. Дизайн квартиры от одной мебельной компании, которые я вам не скажу. Фирма Арчелик, вся бытовая техника, дорогие зрители. Родительская спальня. Мигает-то. Так. Тут у нас первый балкон. Есть открытая парковка снаружи. Инверторный кондиционер фирмы Арчелик. Второй санузел с душевой кабинкой. Вода идет. Дизайнерские квартира. Освещение есть внутри. Шкафчик такой встроенный. Еще здесь шкафчик. Вся полезная площадь где-то у нас 100 квадратных, 105, 110 квадратных метров. Да, коридор большой. Вот он дизайн. Ставим лайк, подписываемся на наш канал. Пишем комментарий, что в этой квартире вам понравилось. Или там, может, моя шляпа вам понравилась, там, сомбреро. Потому что стало очень жарко, мне приходится уже одевать эту шляпу. Даже лучи за меня преследуют солнце. Так, вот такую люстру придумали туда прилепить. Тут камин электронный. Телевизор фирмы Арчелик. Тут лампочки, все что-то надо включается. Шкафчик. Тут второй большой балкон смотрит на горы. Ой, третий балкон. Здесь еще есть один балкон, дорогие зрители. Сейчас посмотрю и вам скажу. Нет, это продолжение того большого балкона. Кухня. И здесь бытовая техника новая. Холодильник. Арчелик пахнет. Вот такая красивая дизайнерская 2 плюс 1 в самом-самом центре Алании. Yes. Пикачу вместе с нами. Теперь, дорогие зрители, средний этаж, лифт, все нормально работает. Итак, прямо выходим из здания, улица Ататюрка. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, самый центр. Итак, да-да-да-дам, цена, дорогие зрители, 282 тысячи евро.
Здесь есть квартира подороже, она дизайнерская, еще за эту цену. Бассейна нету, открыта парковка, айдат где-то 100-150 лир между ними. Все сказал. Если вас интересуют бюджетные варианты или премиум варианты, все варианты я могу вам предоставить в тот же день, когда вы прибудете в Аланию. Бюджетные варианты в районе Тосмо под ВНЖ начинаются от 138 тысяч евро, 2 плюс 1 и выше. Здесь, кстати, тоже есть ВНЖ, так как центр города. Вы уже поставили лайк, написали комментарий и подписались. Все. Что еще рассказать вам? Что-то надо рассказать про Аланию, про жизнь. Звоните на номер плюс 90-555-064-9110. Люблю поговорить, пообщаться. С вами был Агасис, Солнечная Алания, район Сарай, центр Алании. Всем чао-чао, бай-бай.